Ноембери Чорсин Адербичени Тарасхнаря Каназар Саманазгайн Горса Калуцина Ахджа Беди Бардаи Герамбои Физули Ефтертари Шаджанари Тараском Хайтнаберели Хайстанец Инвацожари Когми Царзаква Царкер. Ворону Акан Горса Оцинарин Тараском Хайтнабервели Мек Миавор Харуксан Ирку Миллиметр Трама Чапи Тандану Тайнарк Мек Миавор Инна Энд Еркуар Ересун Вец Румб Ев Ересун Пайта Царким Нацортнер. Тертари Сахлабад Гюм Хайтнабервац Евна Сазерсва Сандану Тайнаркум Спитак Фосфори Хайтнабервел, Аркапайтецвели, Вочанчасвели, Анамай Оператив Штабе Рекавар Идрис Смайлова Хайтнаневор, Сайри Комицарзакваст, Твов Чорурц, Спитак Фосфора и Наркневор Хайтнабервели, Горца Калуциан Комиц, Шнамин, Наманзинам Теркнарис, Октагорцели, Наев Нахкином. Тшнаму кохмит сачахин октагорцум наман аркеч. Айспес, 2016 թվականի ապրիլյան գործողությունների ժամանակ, Тшнаму кохмит арцакված аркере майси 11-ին գործակալության աշխատակիցների կողմից հայտնաբերվել են Թերթերի շրջանի Ասկիփարա գյուղում. Նման аркере պարունակում են 3-6 կիլոգրամ պայթուցիկ նյութ հանդիսացող սպիտակ ֆոսֆոր, որը մարդկային կյանքի համար շատ վտանգավոր է. Սպիտակ ֆոսֆորային զենքերի օգտագործումը համաշխարհային մասշտաբով արգելված է. Да,